Движение энергии в пространстве колеблется, такое уже было раньше. Демиурги вновь внесли изменения в наш мир. И скоро волна изменений настигнет и нас. До того, как мир исчезнет и сменится на новый, я должен сохранить свои знания и с ними переместиться в новый мир. Если я не просчитался, то страж-хранитель нового мира останется прежним. Многие участники Академии останутся. Но, но судя по колебаниям пространства, нас стало меньше. Страж-хранитель одобрил небольшую группу существ. Новые колебания, отличные от предыдущих. Что же, нас ждет пополнение. И кто знает, чему приведет нас этот новый путь. В этом мире я не успел приступить к плану, но в новом я обязательно преуспею. Особое место, в котором потоки энергии будут более стабильными, и проложить путь в заветное место будет проще. Однако нас ждут труды и немалые. Но когда это нас останавливало, да, мой дорогой друг? Мне удалось сделать два зелья. Одно сработает как реагент, а второе должно будет сохранить все мои накопленные знания в моем теле, разуме и душе. Зелья пропитаны самой магией. Судя по подсчетам, я останусь прежним, лишь с шансом в 0,01. Мое тело будет уничтожено в этом мире. И даже если так будет, что навряд ли, потоки маны воплотят меня где-то еще, в конце общего, единого потока энергии этой вселенной. Но шанс этого крайне мал. Я же величайший маг!